что совершил свое первое такое выступление. Данил Марков, второй пилот команды. Братишка нашего капитана, которого зовут Григорий Марков. Я думаю, что каждый из вас видит, вот он едет. Бурные ему аплодисменты. Сегодня я напоминаю перед вами старт команды БТЕ Старт Шоу. Капитан крюковой команды Григорий Марков. Руководитель мотошколы БТЕ. И его младший братишка, второй пилот Данил Марков. Вообще является призером чемпионата России. Но по запросу 2015 это действительно серьезное достаточно достижение. И, ну, что там чемпионат России? Он еще и многократный чемпион Татарстана. Ну, мотокроссы в том числе. Я тоже хочу дать вам пятюню, ребят. Вы настоящие красавчики. Если понравилось, можно продолжать им аплодировать, потому что это действительно было здорово. Но оставайтесь с нами до самого конца, потому что это было только начало, ребята, только разогревались. Ну и, собственно, мне кажется, сейчас будет еще что-то интересненькое. Синхронно! Велосипед не каждый так сможет прокатиться, а тут...